Паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Николь Радомакина из Чапаевска и не мечтала стать послом чемпионата мира по футболу. Хотя самую популярную игру на свете любит. К новым обязанностям спортсменка обещает подойти ответственно. Я очень рада представлять свой город, так как являюсь, наверное, самой настоящей патриоткой. И я даже не думала о том, что буду занята, то, что придется отложить какие-то свои дела, потому что для меня это, на самом деле, наверное, какой-то смысл и цель. Легкая атлетика – это королева спорта, а Николь – представитель нашего города, еще раз подтверждает то, что самые красивые девушки в Самаре. До Радомакиной такой чести удостоились баянист Сергей Войтенко, космонавт Олег Кононенко, олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев, экс-футболист «Крыльев» Александр Анюков. Единственная девушка в самарском посольстве уже побывала на тренировочной базе «Крыльев Советов», поучаствовала в открытии Центра подготовки городских волонтеров чемпионата мира по футболу. Чтобы достойно на самом высоком организационном уровне провести чемпионат и обеспечить комфортное пребывание футболистов и гостей на самарской земле, нам необходимо привлечь к участию в этом мероприятии грамотных, инициативных, всесторонне подготовленных молодых людей. Для этого в рамках подготовки чемпионата мира по футболу FIFA 2018 у нас реализуется региональная программа «Городские волонтеры Самарской области». Наша общая задача – создать теплую, гостеприимную, праздничную атмосферу. На плечи городских волонтеров ляжут главные события чемпионата мира по футболу – проведение фестиваля болельщиков. Для этого потребуется 1300 добровольцев. Сейчас заявки подали уже 2000 желающих – от школьников до пенсионеров. А волонтеры ФИФА будут обеспечивать проведение на Самар-арене 4 матчей группового этапа, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал. Олег Зверев, Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.